Ирина Петровна Токмакова – советская и российская детская писательница, автор образовательных повестей, сказок, стихотворений и пьес для детей дошкольного возраста, классических переводов из английской и шведской народной поэзии. Сказки Ирины Токмаковой – добрые произведения для детей дошкольного возраста. Стихи и повести-сказки автора наполнены волшебством и любовью к слову. Героями сказок Ирины Петровны становятся дети, птицы, звери и даже числа. Но главным героем в любом произведении автора всегда остается детское воображение. Давайте вместе с вами послушаем стихи «Букваринск» Ирины Токмаковой, чтобы пробудить детскую фантазию, любопытство, тягу к знаниям. Был на речке на Чернильной город маленький, непыльный. С незапамятных времен Букваринском звался он. Там, не ведая невзгод, очень славный жил народ. Хлебосольный, незлобивый, дружный и трудолюбивый. А? Аптекарь. Б. Бочар. В. Валяльщик. Г. Гончар. Д. Дробильщик здоровенный. Е. Ефрейтор. Он военный. Ж. Жестянщик-простачок. З. Закройщик-старичок. И. Историк бородатый. К. Красильщик фронтоватый. Л. Лудильщик. М. Маляр. Э. Носильщик. О. Овчар. П. Писатель. Р. Радист. С. Сапожник. Т. Турист. У. Бесстрашный укротитель. Ф. Чудак-фотолюбитель. Х. Художник-баталист. С. Известный цимбалист. Ч. Чудесный часовщик. Ш. Шофер. Большой шутник. Щ. Щенок, его букетик. Э. Электрик, энергетик. Ю. Юрист. А дальше я. Это я. Мои друзья. Ирина Токмакова пишет в разных жанрах. Стихи, скороговорки, загадки, пьесы, повести, сказки, поэтические зарисовки, пособия для обучения дошкольников письму и чтению в игровой непринужденной форме. В ее творчестве есть книги не только для самых маленьких детей. «Деревья», «Сказка про сазанчика», «Сосны шумят», «Летний ливень» и так далее – но и для детей, которым уже скоро в школу. Аля Кляксич и буква А. И настанет веселое утро. Счастливо Ивушкин и другие. Ее книги в большом количестве представлены на полках книжных магазинов. Иллюстрированием ее произведений часто занимался муж Ирины Петровны, Лев Токмаков. Вот так семейный союз воплощал в жизнь прекрасные плоды своего творчества, предназначенные для самых лучших представителей человечества, для детей. Ирина Петровна Токмакова является лауреатом в 1979 и 1982 годах международных почетных дипломов имени Андерсена. В 2002 году премии Льва Толстого за вклад и развитие литературы для детей и детского чтения в номинации «Художественная проза и поэзия». В 2002 году Всероссийской литературной премии имени Александра Грина. В 2003 Государственной премии Российской Федерации за произведения в области литературы и искусства для детей и юношества.